Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня я готовлю очень необычный лимонный пирог. Он будет супер лимонным. Так что оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого пирога мне понадобится для теста 175 грамм муки, 100 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры, цедра одного лимона и 50 грамм сахарной пудры. А для лимонной начинки я взяла 220 грамм сахарной пудры, 40 грамм муки, 5 яиц и 250 миллилитров свежего лимонного сока. Мне понадобилось 5 крупных лимонов. Сначала я приготовлю тесто. В миску выкладываю сливочное масло, добавляю сахарную пудру и взбиваю миксером буквально 1 минуту. Вот такое воздушное масло получается. Добавляю цедру лимона. Все еще раз перемешиваю. И вношу муку. И быстро замешиваю тесто. И тесто получается в виде крошки. И так оно легче будет распределяться по форме. Вот такое тесто. Моя форма размером 20 на 20 сантиметров. Перекладываю тесто и равномерно его распределяю по форме. А потом вот так вот придавливаю ложкой. И ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку 170 градусов примерно на 20-25 минут. Доведу корж до слегка золотистого цвета, чтобы он хорошо схватился. Для начинки яйца взобью миксером до легкой воздушности. Взбивала я буквально 1-1,5 минуты. Добавляю к ним сахарную пудру и муку. И еще раз все хорошо взбиваю. В конце вливаю лимонный сок и коротко взбиваю миксером. И вот такая начинка готова. Вот так зазолотилось слегка тесто, оно схватилось, очень мягкое. И теперь я беру начинку, еще раз ее перемешиваю и сквозь сито процеживаю сверху прямо на тесто. Чтобы не было никаких комочков, ни муки, ни сахарной пудры. И снова убираю в духовку, также на 160 градусов, на 20-25 минут, пока верхний слой не схватится и не застынет. И теперь дам пирогу полностью остыть, примерно 2-3 часа. И потом только нарежу на небольшие кусочки и попробую. И вот такой действительно очень-очень лимонный пирог у меня получился. У него нежное песочное тесто и много кремовой лимонной начинки.
Этот пирог точно удивит вас своим вкусом. Он кисленький, но в то же время нежный, слегка сладкий, хоть и в пироге достаточное количество сахара. Лимонная основа напоминает легкий пудинг, который растворяется и тает во рту, окутывая своим лимонным вкусом все во рту. Настолько он лимонный. Очень неожиданный рецепт и прекрасный результат. Если вы любите лимонную начинку, любите что-нибудь кисленькое, то этот пирог точно для вас, и он покорит ваше сердце. Готовьтесь с любовью, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения, до скорых встреч и пока-пока!